Всем привет, всем здравствуйте. У нас сегодня две новые новинки, даже их четыре новые, но в линейке лосьонов их три, и в белой линейке уходовой это один продукт. Сегодня тема у нас романтические дизайны, но прежде чем переходить к дизайнам, я хотела бы про новинки рассказать. Новинка, которую я сама ждала очень долго, потому что часто, когда говорю об уходовой нашей линейке, у нас есть продукт регенерирующий крем. И у меня при гипотиреозе очень сильно сухая кожа. И да, я постоянно наблюдаюсь там у эндокринолога, постоянно сдаю анализы, делаю капельницы железа, пью все, что положено, эльтероксин в том числе. Но кожа от этого, она у меня как бы периодами. Чуть лучше, чуть хуже. Вот. Но в общем, просто классические уходовые лосьоны мне не очень подходят. Потому что у меня моментально 1-2 часа и опять вот шелуха. Вот у кого такое, особенно зимой, когда мы снимаем колготки, штаны, а там просто сыпется с вас труха. Вот это я такая. И мне поэтому подходит идеально регенерирующий крем. Я всем всегда говорю, что хотите какой-то самый такой топовый продукт наш попробовать из уходовой линейки. А ее очень много, да, у нас есть белая линейка, у нас есть линейка парфюмированных лосьонов, да, это вот сейчас уже получается 7 лосьонов в этой линейке. Сейчас выходит 3, и скоро у нас еще 2 выйдет. У нас есть флюиды, очень легкая текстура, такой с эффектом софт-тач. В общем, линейка очень большая. Ну вот хотите попробовать какой-то один такой топовый продукт, это регенерирующий крем. Сейчас у нас вышел продукт, который называется Revive Balsam. Он еще, наверное, более сильный в плане увлажнения, потому что здесь масел очень много, чем тот же регенерирующий крем. Его можно использовать абсолютно на все тело. Не смотрите на то, что здесь 100 грамм, объем небольшой, у него очень маленький расход. У него очень маленький расход. Я вам сейчас кратко прочитаю состав и покажу текстуру. Сегодня у нас с вами такие дизайны будут, так как тема романтическая. Поэтому я взяла светлую гамму. И мы с вами сегодня, конечно же, что будем делать? Мы сегодня с вами сердечки будем делать. Мы сегодня с вами литье сделаем обязательно. Кстати, кто в прошлый раз видел, как я убрала длину, ногти целые. Я приехала только что с лыж. А катаюсь я исключительно только по красным и черным трассам. А в этот раз людей было очень мало на склоне. Я, так как человек очень боязливый, когда людей мало, я набираю тогда большую скорость. И у меня, несмотря на то, что очень сильный упор шел на палки, там все равно на большой скорости ты прям не контролируешь себя. Смотрите, у меня целые ногти, поздравьте меня. Так, итак, использовать для массажа, ну да, в принципе, он достаточно жирный, кстати. Смотрите на его текстуру. Я бы назвала этот крем таким, знаете, крем-спасатель. Его можно наносить локально на какие-то отдельные участки. Здесь очень много активных, насыщенных, в общем, очень много активных веществ. Состав очень насыщен. Это масло облепихи, масло оливы, пизобалол, экстракт розмарина, календулы и шиповника. Для кого рекомендован? Рекомендован для очень сухой кожи, чувствительной, раздраженной, обезвоженной, в том числе для кожи, склонной к реакции на холод. Вот у нас сейчас, когда слышь, все вернулись, у меня абсолютно у всех детей и у мужа, у них очень сильная реакция на холод вообще, а после лыж это какой-то кошмар. Я когда эти руки увидела, вот жалко, что этот бальзам не вышел до наших лыж, а вышел только сейчас. Он вчера появился в продаже, у нас уже все сотрудники побежали, его купили. А почему я говорю, что вот эти 100 грамм, а расход очень маленький? Потому что у него такая маслянистая текстура, из-за этого он очень легко распределяется. Понимаете, достаточно небольшого количества, и он очень легко распределяется.
Можно наносить только на поврежденные участки кожи. Да, вот, например, сейчас в зимний период у многих есть вот эта реакция на холод, когда просто вот здесь коростой покрывается все. Причем результат виден у этого крема после первого уже применения. У нас есть девочки, кто даже на лицо этот крем наносили, когда идет какая-то реакция на лице. Там может пойти реакция на пыль, например. У меня, например, реакция на холод идет. Ну, видно, что какая-то сыпь пошла, например, по лицу, и видно, что это реакция на что-то. И у нас вот девочки наносили, говорили, прям через несколько часов уже был результат. Он, если на каждый день, вот перед походом на работу и так далее, конечно, он жирноват. Вот. Но, например, многим он подойдет как перед сном, отлично. На ночь этот крем тонким слоем нанести, например, в моем случае это нужно наносить на все ноги, на локтевые сгибы, да, на те участки кожи, которые прям ярко выраженные, сухие, на пяточки те же, у кого особенно предрасположенность к трещинам, как у меня, это хронические трещины, которые просто, ну, понятно, так, у меня в организме отсутствует половина веществ, у меня трещины, они моментально. Самый показатель, что мне пора к эндокринологу идти. В общем, этот бальзам, крем, он повышает сопротивляемость кожи к агрессивным факторам внешней среды и устраняет ощущение сухости и стянутости. В общем, ну, очень приятный, потому что здесь, во-первых, масло в составе, глубоко увлажняет, стимулирует процессы восстановления. Уменьшает зуд и раздражение. Вот то, что я говорила, у нас некоторые даже на лицо умудрились нанести там при каких-то признаках какой-то аллергической реакции на тот же холод. Очень интенсивно питает и восстанавливает. Видимый эффект он сразу после первого применения. И очень хорошо справляется вот с таким вот локальным шелушением. У меня, например, локальное шелушение просто круглогодично, это зона голени. У меня там просто вот сыпется с меня эта белая труха постоянно. И обычные лосьоны, например, меня не спасают. Меня спасает только регенерирующий крем. И сейчас для меня будет вот такой крем-спасатель. Это Revive. Достаточно небольшое количество. Он очень классно распределяется тонким слоем. Ну, классно. Ну, понятно, что запах такой у него не парфюмированный, вы должны понимать, потому что здесь в первую очередь преследовали цель, чтобы это был очень полезный продукт с точки зрения восстановления. Вот, поэтому здесь на отдушке, на парфюмерию особо упор не делали. Здесь такой, знаете, это такой крем-спасатель, я его называю. Вот, очень классный. У кого экзема на руках, тоже можно попробовать использовать. Возможно, понятно, что полностью эта экзема она у вас никуда не денется, там более другие радикальные меры нужно применять. В любом случае, это как минимум поход к врачу. Вот. Но попробовать можно, чтобы облегчить хотя бы вот это вот первичное. Поэтому обязательно попробуйте. Потому что вот у нас некоторые умудрились его даже на лицо наносить при аллергической реакции. Вот, попробуйте. Знаете еще, кому классно? Подходит специалистам, которые работают в перчатках и постоянно испытывают проблемы с кожей рук. Вот для вас этот, девочки, продукт тоже будет с такой палочкой-выручалочкой. В общем, рекомендован для сухой, чувствительной, раздраженной, обезвоженной кожи, в том числе для кожи, склонной к реакции на холод. Вот сейчас особенно это будет актуально, потому что сейчас в помещениях, во-первых, постоянно сухой воздух, да, и на улице эта реакция на холод сейчас это просто повальная проблема. Он уже есть в продаже, он уже есть в продаже, вот. Дальше, парфюмированные лосьоны. Вы знаете, у нас есть линейка, которую мы постоянно пополняем. Это действительно такой, знаете, я называю это крем-духи, лосьон-духи. И мы постоянно расширяем эту линейку, потому что у всех разные предпочтения на парфюмированные отдушки. И многие здесь могут найти такую альтернативу своим любимым духам. Только пахнуть вы будете не локально, а будет такой прям тонкий шлейф, очень стойкий. Кто вот уже пробовал, напишите обратную связь, как долго держится парфюм на теле. Я на себе проверяла вот прям вот вечером перед вечерней ванной. Я вот понимаю, от меня идет такой прям ну, нормальный запах, стойкий достаточно. Номер 5. Это по мотивам Киллиан.
Запах еще называется Good Girl. Вот кто знает этот запах Good Girl, он даже точнее написается, называется Good Girl Gone Bad. Кто знает этот запах, это значит ваш будет любимчик, если любите такие мотивы, как у Киллиан. Дальше, номер 6. Здесь по мотивам Том Форда запах металлик. Тоже, возможно, кто-то знаком с этими духами, и вы будете знать, что это за запах. И, конечно же, номер 7. Экс Нихила. Вот это не могу выговаривать, Нихила, вернее. По мотивам Экс Нихила. Называется еще сам запах, сами духи. Флёр Наркотик. Флёр Наркотик. В общем, кто купит, обязательно расскажите, какой аромат вам зашел. Возможно, уже кто-то был в магазинах и пробовал эти запахи. Вот нас клиенты очень любят. Во-первых, любят за упаковку, потому что сейчас очень многие предпочитают интерьер ванны в бело-графитовых оттенках, в черных, да, там с натуральным камнем. И вот эти парфюмированные лосьоны очень классно вписываются в интерьер ванны, туалета. Вот, мне просто вот очень часто это говорят, блин, какие прикольные, я покупаю только ради упаковки. Типа красиво в моей ванне, в туалете смотрится. Вот, кто-то уже пишет, что у меня 7-й бомба, уже кто-то вот попробовал, да. Имейте в виду, уже есть везде, и у дистрибьюторов, и на сайте. Вот, обязательно попробуйте, очень классная штука. Вот, у меня из-за того, что сухая кожа, я хитро делаю. Я знаете, как делаю? Я беру лосьон, наношу на все тело, чтобы от меня пахло. А потом беру регенерирующую маску, крем регенерирующий, и локально, вот там, где у меня в течение дня вот, да, голени сохнут очень сильно, локтевые суставы, я наношу сверху еще регенерирующий крем. Вот. Ну, запах, кстати, сильно не перебивается. Все равно у лосьонов запах такой ярко выраженный. И я, видите, два в одном так делаю. Ну, у меня другого выхода нет. Кто знает, при гипотериозе это жутчайшая, просто зудящая, постоянная сухоть кожи. Поэтому у меня новый любимчик Revive. Вот, наравне с регенерирующим кремом. Это, конечно, разные абсолютно текстуры. Разный состав. Я бы назвала это такой, знаете, крем-сос. Такой спасатель. В общем, поехали дальше. Сегодня у нас тема романтическая. И хочется сделать такие нежные дизайны. Светленькие. Конечно же, что я выбрала? Я выбрала коллекцию Роткос. Это светлые вот такие выбеленные оттенки. Я уже как-то с ней работала, делала дизайны. Но сегодня, когда вот мне поставили тему романтические, я опять про них вспомнила. Вот. У кого уже есть любимчики, пишите, кто купил. Это хорошие плотные эмали, которые, в принципе, даже если вы где-то чуть-чуть подольете, они хорошо просыхают. Вот. Подтвердите мои слова, кто уже наносил эти эмали. Они очень плотные для эмали. Давайте первый вариант сделаем такой с градиентиком. Возьмем 476, например, и 478. Сейчас как раз посмотрите еще раз, как делать фольгу просто на стемпинг. Теперь любой паттерн, который у вас есть в стемпинге, вы сможете делать при помощи любого оттенка глянцевой фольги. Вот кто-то уже, Ольга Дианова, пишет, у нее любимчик 467 и 477. Про фольгу, кстати, я здесь себе сделала такие образцы, смотрите. Напомню еще, у вас у всех 100% есть залежи фольги. У нас сейчас вышел новый гель, мультипл гель. Он, в отличие от принкод геля и от черного тюльпана, это уже прям вот новый усовершенствованный продукт для отпечатывания. Также можно для втирки применять. Для втирки мы этот продукт пересушиваем, а для отпечатывания фольги мы этот продукт, наоборот, не досушиваем. И вот такой же пример есть с матовой фольгой. Я уверена, у вас у многих есть также матовая фольга. Если нет, тоже обязательно рекомендую приобрести, потому что это очень простой и быстрый вариант для дизайна. Особенно, кто хотел бы удивлять клиентов дизайном, да, но, например, некогда вам время тратить, для вас фольга, особенно матовая, это может быть очень сильное подспорье.
Смотрите, сколько оттенков матовой фольги. Черная, белая, синяя, фиолетовая, розовая, терракотовая, травяная и цвет хаки. Глянцевых больше. Самые ходовые, конечно, цвета это благородное золото, желтое золото, золото шампань и серебряное, конечно же. И серебряная фольга. Так, ладно, поехали. А, кстати, давайте еще раз коллекцию. Кто пропустил, можете так скрин экрана сделать. Так, сейчас я уберу фильтр, кстати. О, фильтр убрала. Мне фильтр был. Смотрите, как красиво. Так, ну, поехали. Вот Елена Анту, кстати, пишет, что она нанесла 6-й номер. Или какой номер нанесла? Пробник, да? И аромат держится уже 6 часов. Не, правда, я вот на себе наношу. У меня сейчас любимый запах, там запах Зеленский, лосьон. И он у меня держится прям до вечера, пока я не приму душ в ванну. Вот он будет прям держаться стойко. Так, поехали. Очень прикольный, простой вариант. Особенно, кто любит стемпинг сделать. Делаем градиент в один слой. Причем не делаем такой прям классический градиент, а буквально несколькими касаниями перемешиваем цвета, так как потом пойдет стемпинг, за стемпингом там все это снивелируется, спрячется, тем более там потом хочу сердечки вот такие нарисовать. Вот, за сердечками все это спрячется. Единственное, вот здесь я делала без контура, сейчас хочу с контуром сделать. Мне кажется, с контуром будет чуть-чуть поярче. Кстати, что еще? Кто в клубе, клуберы? Это я вчера записывала уроки для клуберов по дизайну. И там будут вот такие варианты дизайна еще с мультипл гелем. Мультипл гель выпустили, кстати, в 15 граммах. Многие еще за это говорят спасибо, что не 5 грамм, а именно 15 грамм. Делала все как для себя специально. Потому что я знала, что большой объем, он будет больше расходоваться. Так. У нас, кстати, еще выйдут два парфюмированных лосьона. Я открою секрет. Короче, там один из запахов будет яблоко Нина Ричи. Это просто мой любимый запах духов. Я 23 года пользуюсь Нина Ричи. Неизменный аромат. Мне дарят все эти Нина Ричи, знают. И у меня, знаете, у меня на каждой полочке по две штуки, в каждой ванне, в каждом туалете, там, при кроватной тумбочке, везде все распихано. У меня маленькие, большие упаковки этих Нина Ричи. Это единственный запах духов, который меня не раздражает. Я его, во-первых, не слышу. Я его когда наношу, там буквально уже 5-10 минут, и я не слышу запах. Меня тогда не раздражают духи. И у нас выйдет как раз парфюмированный лосьон, посвященный этой теме. Смотрите, чтобы время на градиент не тратить, я буквально вот так вот аккуратненько перемешала. Потому что все равно сейчас пойдет стемпинг сверху. Так, теперь смотрим правила. Так, в клубе уроки эти будут, я думаю, что либо сегодня, либо уже завтра будут. Мы там уже часть уроков с Аней Гришенковой вам залили. Вот, сегодня-завтра дозальем от меня уроки. Там все в стиле, короче, арт-деко. Работа с золотом и с серебром. Аня там с текстоном делала варианты дизайна. Я с фольгой делала, как раз с новым мультипл гелем. Так, берем пластину из осенней коллекции, такую вот флору. Любой абсолютно паттерн классно будет сейчас у нас отпечатываться. Вообще обожаю мультипл. Чем меньше сушите, тем более тонкий рисунок у вас отпечатается. Причем я поначалу говорила, что не берите паттерны широкие. А вчера что-то не досушила. И у меня даже широкие линии, где широкие такие паттерны используются, даже они отпечатались идеально просто. В общем, это какой-то просто волшебный, великолепный продукт. Так, что мы берем? Мы берем скрапер.
Единственное, проверяйте, чтобы он был новый, хорошо, вот ничего не цепляло вот здесь. Это очень важно для мультипл геля. Нина Ричи красная. Это вот самые первые духи Нина Ричи. Они, наверное, больше красное яблоко выглядят. Да, красное яблоко. Так, чистый храпер, скрапер. Берем не новый штампик, чтобы он был матовый. Потому что если будет глянцевый новый, на нем этот прозрачный гель, он как вода начинает собираться капельками. Вот, поэтому либо специально возьмите, протрите какой-нибудь жидкостью агрессивной, например, евроклинсером, да, он то сразу помутнеет. Вот, либо используйте какой-то ненужный штампик, который там уже для лакового стемпинга не подходит, для мультипл, скорее всего, подойдет. Так, и берем овальную кисточку. Так, что-то у меня нет овальной кисточки, куда-то делась. Ладно, овальной нет. Единственное, рекомендую, девочки, открываем, набираем сколько надо, там либо на палитру выкладываете, открытым не держим. И теперь сейчас внимательно, ой, я рано приступила, так прошу прощения. Смотри, самое главное, какая поверхность должна быть? Поверхность должна быть матовая для фольги. Поэтому либо вы берете матовый топ и тонко-тонко наносите матовый топ просто. Единственное правило, сушим не меньше 3 минут, чтобы матовый топ прям хорошо просох. Потому что вы же знаете, фольга умудряется гель-лаковому топу даже прилипнуть, если он без остаточной липкости. Вот, поэтому я вот сейчас недавно работала, на 2 минуты недостаточно. Все равно фольга где-то не в тех местах отпечатается. А вот 3 минуты прям хорошо. Вот, 3 минуты. Либо вы берете любой топ без липкости, ну, например, Теклас, наносите любой финиш с липкостью, без липкости, здесь, кстати, без разницы. Потом просто берете шлифовщик, и шлифовщиком просто шлифуете поверхность. Тоже хорошо подойдет для стемпинга, если мы планируем работать фольгой. Если нам нужно отпечатать фольгу. Почему нельзя держать открытым? Ну, потому что прозрачные гели, которые очень быстро высыхают в лампе, у них есть особенность, они все равно очень сильно реагируют даже на лампы настольного освещения. Там запускается процесс высыхание, даже вот такой, знаете, процесс полимеризации. Вот, поэтому просто достали сколько нужно и работаете, не держите открытым. Ой, так, сушим помним, да, 3 минуты. Я сейчас ровно 3 минуты буду сушить, потому что вот я сейчас в Инстаграм вела эфир, поторопилась и испортила. У меня прилипла фольга везде. Это вам для вдохновения сейчас положу. Это все в клубе сейчас будет доступно. Видите, как идеально, объемно можно делать. Я так давно мечтала этот дизайн сделать. Это у меня рефы лежали с одеждой. Очень прикольные современные дизайнеры. И там вот как раз сетка металлическая, вот такими плавленными кусками металла на одежде. И вот они у меня долго хранились, эти рефы, и вот только сейчас я смогла их воплотить, повторить. Так. Ну, он, смотрите, мультипл гель, я как заметила? Ну, если там чуть-чуть он у меня постоял открытый, ничего страшного. Это у меня просто тут девочки делали, когда вот эту выкраску, он стоял долго открытым. И мы заметили, что он начинает сохнуть. Вот, поэтому я теперь стала говорить, что открыли, взяли столько, сколько нужно, и закрыли. Я вам и шла это сказать, чтобы вы напоминали почаще в эфирах. А я это постоянно говорю. Да. Я говорила это. Вот. Так, все, 3-я минута пошла. Я сейчас второй вариант дизайна скажу. Так, а для второго я хочу взять слайдер и тоже смешать с сердечками. Сердечки будем в этот раз делать тоже фольгой. Так, здесь я предлагаю взять серый цвет, очень красивый, кстати. Вот кто любит вот эти светлые-светлые оттенки, теперь есть серый, он практически такой серо-белый, кайфовый оттенок. Вот.
Можно вот так вот. Не на весь ноготь сделать. Сушим. Слайдеры я решила взять. Смотрите, для сердечек прикольно. Либо вот такой мрамор, дымка. Называется, да, дым, цветной дым. Номер 118, цветной дым. Он тоже с фольгой. Кстати, фольга объемная. Смотрите, прям с эпоксидной такой, грубо говоря, смолой. Можно так сказать. Единственное, размачивать надо в горячей воде, чтобы они были более пластичные. Смотрите, какой офигенный вот этот мрамор с золотом. Тоже, смотрите, сверху золото, лежит объем смолы. Благодаря этому получается уже эффект красивый, объемный. Вот тоже можно с сердечками смешать, будет прикольно. Так, ну давайте вот так. Так. Все, матовый топ у меня через 3 минуты высох. И теперь слушаем внимательно. Смотрите, я стараюсь это одно и то же все проговаривать вам в каждом эфире и в обучающих курсах. Но еще раз, по стемпингу, когда мы работаем мультипл гелем. Итак, первое. Нанесли втирающими движениями. Постарайтесь за один раз сильным нажатием снять излишки, прокатать и снять тоже прокатывающим движением. Видите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ну, короче, там уже идет 12-я секунда, можно доставать смело, уже все ок будет. Здесь предлагаю отпечатать золото, а не серебро. Так, что-то у меня тут за фигня прилипло. Ну, ладно. Идеально. Это даже 15 секунд не прошло, вы видите? И это даже не 15 секунд, это меньше 15 секунд. У нас везде в протоколах мы написали от 15 секунд до 1 минуты. Смотрите. До 1 минуты. Все зависит от ламп. Вот. Ну, в среднем я так думаю, что все будут сушить там, ну, 15-30 секунд. Ну, смотрите, как классно, а? Так это стемпинг. Вы понимаете, как тонко был нанесен гель? Так тонко, что ну, фольга не всегда может так отпечататься на такой слой. А здесь в любом случае отпечатывается. Великолепно просто. Так, и теперь сердечки. Так, сердечки буду делать сверху финиша. Поэтому я, знаете, как сделаю? Я, наверное, возьму вот так просто финишем перекрою. Например, текус. А как с пластину брать? Ну, жидкость любую возьмите, обезжириватель, там, жидкость для снятия лака, что у вас есть. И протрите. Все. Я обычно перед тем, как работать, еще так сухой прохожусь. Все. Понятно? У меня великолепные ногти. Это же Александр Маквин бокс. Кто пропустил декорации Александра Маквин в боксе, обязательно на сайт. Welcome. Так, финиш наносим. Как красиво, боже мой. Так, здесь я предлагаю сердечки отпечатать. Здесь мы их и будем тоже рисовать, но будем делать из фольги. В первом варианте мы будем просто рисовать. Так, здесь я хочу добавить на дальний план слайдеры. Вот мне понравились такие квадратики из мрамора и золота. Так, и сердечки рисовать. Предлагаю сделать контур сначала.
Я просто вот здесь сделала полчаса назад. Мне кажется, слишком светленько. Я захотела добавить контур. В общем, можно с контуром, можно вот так без контура. Да, красиво без сердечек. Можно и так. Можно все ногти сделать с фольгой, а некоторые с сердечками. Давайте здесь мы одно сердечко нарисуем, да? Я сначала контур обычно рисую, если мне нужен сердечко с контуром. Так легче, чем потом обводить. Поэтому я всегда делаю сначала контур. И надпись тоже. Я сделаю сначала ее черным. И тоже мы потом продублируем, поэтому я, видите, специально сделаю чуть-чуть жирноватую линию. Все, сушу. Так, и внутри можно раскрасить розовым. Ну, тоже можно раскрасить либо гель-лаком, а потом залить топом без липкости. Можно взять вот М-пасту. Там маджента и белый рафинад смешать, получить такой розовый оттенок. У нас просто скоро день Святого Валентина, поэтому я сегодня решила сердечко добавлять. Видите, я когда начинаю рисовать внутри, специально наслаиваюсь на линию, ее истончаем тем самым. Такая техника заполнения очень хорошо подходит у тех, у кого тяжело с линиями тонкими. Сердечко потом можно объемным сделать. Можно, кстати, какую-нибудь ракушку добавить в это сердечко. Либо какую-нибудь слюду. Будет прикольно. Юля, а у нас есть мелкая слюда? Какая-нибудь? Не любая. Девочки, то, что у меня на руках, это новый бокс McQueen. Посмотрите в ленте обязательно. На той неделе я работала, делала обзор. Это новые декорации, там их 13 декораций. В
В этот раз бокс сделали без гель-лаков, специально, кто любит только декорации, чтобы вы могли там не один набор купить, а с запасом два. Что декорации, да, они заканчиваются. Вот, плюс боксы, они же у нас все равно лимитированы. Хотя при желании можно найти боксы. Там где-нибудь на Валберисе, они всегда остатки есть. Вот, но тираж, как правило, не повторяется. Легче продублировать многие вещи, чем пытаться, например, вот обвести эту букву с двух сторон, правильно? Суши. Юль, если не нашла, то не надо. Нету. Ну все, ладно. Ну, значит, без слюды. Я хотела сделать объемное сердечко, насыпать туда слюды. Значит, будет без слюды. Будет вот так с бликами просто. Так как я работаю сейчас импастами, это краски без липкости, поэтому перекрывать ничем не обязательно. Ольга Дианова пишет: заказала бокс и жду с нетерпением, даже коррекцию не делала. А я вот хочу уже спилить, мне хочется новые дизайны попробовать, потому что скоро же февраль, будут новинки, уже весна-лето, и мне хочется еще и с боксом походить, со всеми вариантами дизайна. Но я так думаю, что я с этим боксом ходить буду до лета. Я пока все декорации не перепробую на себе, я не успокоюсь. Это 100%. Когда будет следующий бокс, неизвестно. Потому что они, конечно, очень трудозатратные для меня, выпуск боксов. Я на Александр Маквин очень много времени ушло. Вот, поэтому пока новый бокс я не планирую, пока Александр Маквин. Так, сушим 2 минуты, и все, в принципе, дизайн вот готов. Вот мне это больше нравится, чем я в этом Инстаграм показала. В Инстаграме я вот их объемные сделала. Видите, я взяла GMT Clear, и GMT Clear сделала объем. Вот. Мне почему-то ваш вариант больше нравится. С черным контуром как-то поконкретнее, потому что там фольга отвлекает внимание. Так. По-моему, я пересушила, прикиньте. Я забыла, что у меня топ-слайдер. По-моему, я пересушила. Ладно, сейчас попробуем приклеить. Посмотрим, что получится. Александра Гурьева пишет, что бокс уже привезли, он хорош. Да, там очень много классных декораций. Единственное, вот эти, которые украшения со стразиками, с ними нужно уметь работать. Они такие достаточно... Получились крепкие, стронкие за счет того, что очень много вот этих стразиков поставлено. Поэтому здесь с ними нужно прям аккуратно стараться, чтобы на пропил не попадал. Заказала импасту черную, проявляется фиолетовый пигмент. Ничего страшного, там просто когда черные замешивают, сама паста черная, она имеет легкий потон. Вот здесь, ну, ничего бояться не надо, просто перемешайте и все. Это нормально, потому что пасты от партии к партии пигментные, они меняются. Вот. Ой, кстати, я вам не сказала, смотрите, остатки геля мультипл просушите в лампе. О, смотрите, как хорошо, у меня до сих пор рисунок никуда не делся. Вы видите? Можно было бы сейчас еще раз отпечатать и еще раз фольгу. Ладно, сейчас попробую слайдеры приклеить. Правда, я уже малюха пересушила. И желательно горячую воду, потому что, видите, фольга сделана с эмалью. Ой, господи, со смолой. Да, вот так сделаем.
Ну, вроде норм. Мы эту технику также в боксе применили. Видите, там, где золото, везде нанесена смола. Вот. С этими слайдерами лучше работать с горячей водой и не ставить их куда-то вот под торец, либо на бок. Зато, видите, от ультрабонда фольга не разъедается. Смотрите, как фольга выглядит круто. И здесь мы сделаем серебряные сердечки. Так, суши. И здесь после того, как остатки геля мультипл просохли, вы просто чистите. Все. Понятно, как работать со штампиком? Еще раз, все, что я сегодня вам показывала, и лосьоны парфюмированные, и ревайв бальзам, да, бальзам-спасатель, и коллекция гель-лаков, мультипл гель для стемпинга, все есть на emishop.ru, дистрибьюторов и на Валберисе. На Валберисе, по-моему, уже все есть. Так, здесь предлагаю... Давайте вот так матовым топом тоже вскроем, чтобы сделать отпечатывание фольги под сердечки. А потом пройдем там, где блеск нужен, просто глянцевым топом уже отдельно. Сейчас я матовый топ наношу, потому что хочу сделать отпечатывание фольги. Можно взять глянцевый топ и зашлифовать его после просушки, и потом отпечатывать фольгу, да? Вернее, мультипл дизайн наносить и отпечатывать фольгу. Либо вот простой вариант – это матовый топ взять. Но матовый топ в этом случае сушим 3 минуты. Прям запомните. Сердечки у нас такие получатся. Всем привет, всем здравствуйте, девочки. Смотрите, какие объемные можно сердечки сделать. Мультипл гель для фольги, он прикольно просыхает. И блестит намного сильнее, чем пигмент. Вот пигмент с фольгой, они на фото-видео выглядят примерно одинаково. Но в жизни пигмент все равно он какой-то эффект прозрачности дает. На этот гель можно также и фольгу, пигмент втирать. Просто под фольгу мы сушим 15 секунд, например, да, то под втирку пигмента, если вы хотите это пигментом все протереть, затереть, просто пересушиваете, например, 2 минуты. Так, матовый топ сушим хорошо. Так, этот вариант у нас уже с вами готов. Смотрите, какое идеальное литье. Ну как, оно все равно где-то мелкими проплешинками, но это не мешает воспринимать дизайн. Вы видите? Это все равно очень красиво смотрится. Еще раз напомню, это наша обычная Эми фольга и новый гель прозрачный, который идеально подходит для пластин, для стемпинга. Абсолютно для любых пластин. Вот все, какие у вас пластины есть, можете прям проверить. Фольга подходит как глянцевая, так и матовая. Смотрите, сколько у нас матовой фольги. Черная, белая, синяя, фиолетовая, розовая, терракотовая, травяная, хаки. Здесь есть вот такой вариант, смотрите. Это просто пример. Можно взять несколько оттенков, смешать и отпечатать. Вот так, видите, в хаотичном порядке. Очень классно, кстати, матовая фольга отпечатывается на рисунке. Вот кто знает старый курс кракелюр, там матовую фольгу отпечатывали на черный тюльпан. И там, например, не у каждого могло получиться отпечатать. То вот в этом случае с мультипл, если мы сделаем рисунок... Ну, хотите, я даже вот сейчас покажу? Давайте я вам сейчас покажу. Делаем жирный рисунок. Я могу даже вот, смотрите, хотите, возьму вот этот типс уже готовый. Нет. Лучше взять какой-нибудь однотонный. Вот этот не хочется портить. Я хотела вам показать вариант, как с матовой фольгой выглядит. И рисуем, например, рисунок жирную колбаску. Слушай, я не могу найти матовый типс, где рисунок вот такой был. Помнишь, там еще с такой золотой штучкой? Вот этот типс не могу найти. А, он небольшой. Там рисунок был не на весь. Да, там просто рисунок был не на весь ноготь. Я его, наверное, убрала.
Все, берем тонкую кисточку. Берем тонкую кисточку и делаем рисунок. Если до этого я использовала для стемпинга, то сейчас я использую для рисунка. Этот продукт очень универсальный. В данном случае я вам предлагаю рисунок сделать сердечки. И не нужно бояться объема, потому что фольга отпечатается даже на высокий объем. И самое главное, что она просохнет. И гель просохнет. Мне очень нравится делать абстракции в стиле космический футуризм. Очень интересно получается. Вот, можно выровнять аккуратненько это все. Попроси говорить потише, он даже через дверь будет слышно. И чуть поменьше сердечко. Динамика, чтобы была в композиции. Я здесь предлагаю сделать два. Потому что вот я предыдущий вариант делала, там было три слишком много. Вот, здесь пусть будет два. Я сознательно много прям наливаю. Вот, прям, видите, вернулась, добавила материал еще. Все, и в данном случае вы можете сушить не 15 секунд, а 30 секунд. Опять же, все зависит от лампы, вы должны понимать. Мы в протоколах везде указали время просушки от 15 секунд до 1 минуты. Но вы видели, я, например, вот в этом варианте даже 15 секунд не прошло. Где-то секунд 10 было, 12. Я просто на глаз считаю, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, достаю и отпечатываю фольгу. И норм. Не нужно для этого таймер включать. Вы просто берете и на глаз считаете. Все. Ну вот видите, чем матовый топ отличается от глянцевого, который мы шлифуем, то что все равно есть вероятность того, что, видите, к топу прилипнет фольга. Вот. Но это не всегда. Это значит, я просто не досушила матовый топ. Ну, здесь вы что делаете? Вы берете салфеточку, берете жидкость для снятия лака и протираете там, где, например, фольга прилипла к матовому топу. Ну, тут, в принципе, немного. Ну, прям чуть-чуть. Все. И теперь, чтобы у нас это все не облезло никуда, вы берете любой глянцевый топ, тот же Теклос, выложите просто на палитру. И отдельной кисточкой пройдите, сделайте защиту. Сейчас я вам с матовым топом покажу. Дизайн прикольный, когда не на весь ноготь матовая фольга, а когда какие-нибудь элементы. И вот здесь вот можно еще добавить даже вот эти золотинки еще прикольные.
Саш, ты нашла с матовым топом? А куда ты положила? А, все, увидела. Вот, смотрите, как с матовым топом может быть. Ой, с матовой фольгой. Классно? Тоже делайте какой-то рисунок и отпечатывайте кусочками матовую фольгу. Выглядит офигенно. Вот. Ну, опять же, не обязательно было делать такие объемные сердечки. Вот. Можно было бы сделать более плоскостной рисунок. Вот. Но мне, я специально вам показала разницу, что этот гель можно наносить как очень объемно, так и тонко, как при стемпинге. И благодаря мультипл гелю это все прекрасно отпечатывается. Все, всем большое спасибо. Всем пока-пока.